Пожары и несчастные случаи с участием несовершеннолетних нередко происходят по причине отсутствия контроля со стороны взрослых. А потому предупреждение подобных ситуаций и профилактическая работа с родителями – главная цель различных акций МЧС. Детская шалость с огнем – одна из причин огненных чрезвычайных ситуаций. За 4 месяца этого года на Брещине по данной причине произошло 4 пожара, один из них в областном центре. Для того, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации с участием детей, повысить уровень их безопасности и привлечь внимание общественности к существующим проблемам, в области с 10 мая по 1 июня проходит информационно-пропагандистская кампания «Не оставляйте детей одних». В центре внимания многодетные, находящиеся в социально опасном положении семьи, сотрудники городского отдела МЧС, представители управления по образованию, инспекции по делам несовершеннолетних и добровольного пожарного общества проводят поквартирный обход, напоминая в игровой форме простые и важные правила безопасности в быту и делая акцент на том, что дети не должны оставаться одни без присмотра. На самом деле цель такова, чтобы предупредить гибель детей от внешних факторов. Зачастую мама может отвлечься, уйти в другую комнату, открыта балконная дверь, и ребенка может не стать. Нездоровый образ жизни приводит к тому, что наши родители случайно, волею судьбы, оставляют детей без присмотра. А это опять же причина того, что детки могут пострадать или стать жертвами насилия других людей. Это недопустимо, и в наших силах предотвратить большинство подобных трагических случаев. Участники акции также раздавали детям подарки, а взрослым при необходимости пожарные извещатели. Очень приятно, что пришли к нам и к моим детям с такой акцией. Думаю, что детям это полезно и посмотреть, и послушать. Пожарные извещатели у нас есть, а подарки детям – это всегда к месту. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы случилась большая беда. А иногда достаточно лишь быть немного внимательнее к своим близким, чтобы ее не случилось. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.